тот молодец, молодец, тот молодец и ставит в чат плюсики. А мы с вами начинаем. Я вас призываю к активности, потому что сейчас работаю с каждым, и энергии, они работают таким образом, что если вы активно даете обратную связь, соответственно, работа происходит с вами также активно. Да? Если вы просто сидите в сторонке, то столько же вы и получите. Прежде чем отдать, прежде чем получить, мы что-то должны отдать, да, для соблюдения энергообмена. Об этом, пожалуйста, не забываем. Итак, наша сегодняшняя тема с вами – это омоложение. И от 1 до 10, пожалуйста, поставьте, насколько вам эта тема интересна. Так, как переключать? Почему-то у меня... Не переключается презентация. Вижу ваши десяточки. Так. Ага. Она сама переключается. Ну ладно. Будем работать так, как есть. Так. И сегодня я хотела бы начать. А, ага, Надя, хорошо, благодарю. Значит, Надя будет помогать нам сегодня переключать слайды. Сегодняшнюю нашу встречу хочу начать с восточных секретов молодости и красоты, потому что вот, ну, восточные красавицы, да, они как-то вот всегда привлекают, да, всегда молоды, красивы. И давайте с вами перейдем к 5 главным правилам, да, красоты. В частности, мы сейчас поговорим про восточную и насколько это приемлемо нам. Прежде всего, это релаксация. Да, все мы знаем, что на Востоке люди обладают искусством расслабления, искусством самообладания. И все восточные практики, техники, они в той или иной степени именно вот работают с расслаблением. Потому что если тело напряжено, то возникают, соответственно, блоки, да, когда тело в стрессе. И очень сложно, да, с таким телом одеревневшим работать, но еще и такой блок – это спазм, и где спазм, там возникает воспаление, и, соответственно, да, мы получаем заболевание. Активность, да, очень много уделяется вопросам тела. На практике, если мы знаем цигун, например, да, если это Китай, йога, если это Индия, и другие телесные практики, которые помогают телу как можно дольше сохранять активность, да, движение – это жизнь. Полноценное питание, и не просто полноценное, а сбалансированное. С одной стороны легкая, но с другой стороны очень насыщенная необходимыми веществами, минералами и витаминами. Правильный распорядок дня. Все вы знаете, что на Востоке принято рано вставать, но и принято также рано ложиться. Да? Там мало кто засиживается за полночь. В принципе, вот этот режим, да, он был и у нас преобладающим, да, в давние времена, скажем так, с рассветом вставали, с закатом ложились. Но сейчас вот цивилизация, города, да, они немножко отступили от этого, что, кстати говоря, очень сильно сказывается на наших биологических часах и на нашем здоровье в том числе. Мировоззрение – это правильное позитивное отношение к жизни. Позитивный настрой – это продление здоровья, продление молодости и продление жизни в том числе. И, конечно же, правильный уход. Но что хочу сказать про правильный уход? Наденька, переключите слайд, пожалуйста. Чем отличаются восточные женщины, восточные красавицы от западных? А тем, что они очень много внимания, времени уделяют себе. Например, да, если вы вдруг не знали, японские, китайские, и корейские женщины уделяют себе по 4-5 часов в день.
То есть у них это буквально с молоком матери, да, утренний уход и вечерний уход. Занимает это в общей сложности 4-5 дней, ну, 4-5 часов. А что они делают? Всевозможные маски с утра и вечером, массажи и так далее, так далее, так далее. Но, да, в отличие от вот таких женщин, мы, во-первых, не приучены к этому, да, и не впитываем это с молоком матери. Во-вторых, вряд ли найдется современная женщина, которая может себе позволить 4-5 часов уделять своей внешности. Согласны ли вы со мной, да, или вы, сколько времени вы уделяете своей внешности? Пожалуйста, напишите в чат. Но кое-что мы можем взять и от восточных женщин. Например, розовая вода. Вообще прекрасное средство, и без розовой воды восточные красавицы, они себя не видят. Вот. Напишите, пожалуйста, сколько времени вы уделяете себе ежедневно. А сколько по времени? 5-10 минут, вообще не уделяю, да, там 30 минут. Сколько у вас уходит на это? Напишите, пожалуйста, утром и вечером. А сколько по времени? 2 минуты, 10 минут. А, так вот, рецепт розовой воды, который можно сделать самостоятельно, перед вами. Вы можете сделать скриншот, переписать, как угодно, да. Сколько розовой воды уходит? Ну, если вы будете заготавливать на год, то литр вам хватит с головой. А протирать лицо этого вполне достаточно. 200 миллилитров на несколько месяцев хватает. И маски. Маски с куркумой. Здесь вообще не обходится ни одна восточная женщина, ни в Индии, ни где-то еще. Да? Это тоже мы можем взять для себя минут 30, 10, да. Вот, дорогие мои, это вот как раз-таки наш западный подход, в отличие от восточного. Ну, кое-что мы можем себе взять. Идем дальше. Мудры. Это тоже очень практика популярная на Востоке. Мудры, мантры, они для них вот очень как бы... Так, опять не переключается у меня здесь ничего. Ага, переключается. Мудры красоты и молодости, они использовались еще танцовщицами с древних времен в Индии. И их выполняли не только для привлекательности, да, а вот именно мудры как элемент танца. Но это один из способов самопознания, обретения гармонии, расслабления, успокоения, да, и ухождения в позитив. И считается, что такие печати рук, они связывают нас с космосом. Выполнять их нужно ежедневно. Я одну из таких вот мудр, которые очень хорошо работают на молодость, я вам представлю на следующем слайде. И это способствует продлению молодости, задержке процесса старения. Каждую мудру нужно выполнять на протяжении нескольких минут, несколько раз в день. И вот перед вами мудра омоложения, которая позволяет сохранить энергию молодости, уменьшить количество морщин, успокаивать нервную систему. Все, что нам нужно. Техника очень простая. Берете средний палец с большим, зажимаете, да, остальные пальцы у вас, ну, как бы так вытянуты, но расслаблены немножечко, не напряжены. И такое положение на обоих руках вы сидите. Закрытыми глазами удерживаете вот эту мудру 5 минут 3 раза в день. Не работает 15 минут за раз, нужно именно 3 раза в день по 5 минут хорошо дополнять это визуализацией вашего конечного результата, да, того, к чему вы хотите прийти в итоге по омоложению. И очень хорошо тоже работают мантры. Вот сейчас мы с вами тоже познакомимся с мантрами. Мантры – это так называемые священные тексты, которые читаются и в храмах, вот если там Индия, да, другие страны Востока, и очень широко распространены для применения дома, в домашних условиях. И вот сейчас на следующем слайде. Значит, будет
для вас информация, да, как это работает. Это волшебная формула, которая творит настоящие чудеса, если делать ее и делать правильно, да, запускает процессы увядания, запускает механизм омоложения, обновления в теле, очарование, красоту, обаяние. То есть вот я для вас подобрала именно специальные такие целенаправленные, да, мантры омоложения, потому что их на самом деле очень много, и защитные, и по здоровью, и так далее. Максимальный результат вы получите, если будете читать утром или повернувшись лицом на восток. Да, но можно как бы и не поворачиваясь лицом на восток. Хорошо это делать утром. Для всей практики лучше делать с утра, естественно, ежедневно, в расслабленном состоянии, сконцентрировавшись. В идеале нужно выучить мантру наизусть. Тогда это работает лучше. И читается вот этот код, да, который у вас сейчас будет на следующем слайде, 108 раз, так как он написан. И вот перед вами на экране мантра вечной молодости, которая избавляет от телесных, душевных недугов, предотвращает появление новых, замедляет процесс старения. То есть то, что нам нужно. Читается ежедневно на протяжении часа 108 раз. Вот это нужно выучить наизусть. А следующая мантра, она еще длиннее, еще и бессмертие, да. А вот еще другая мантра омоложения, ее необходимо читать 7 раз в день. Все вот эти вот 7 строчек читать 7 раз в день. Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, это легко делать? Просто? Будете ли вы это делать? Дайте обратную связь. Я вам скажу про себя, что да, это все хорошо, это все работает, но и здесь есть маленькое «но». Лично для меня вот это сложновато, да, 3 раза в день, ну, еще как-то можно держать по 5 минут, но через некоторое время это утомляет, ты начинаешь это забывать делать и так далее, да, и, соответственно, не получаешь результат. А мантра омоложения здесь еще сложнее, да, вот эти вот все строчки, буквы, их нужно запомнить, их нужно читать 108 раз в день, ежедневно. Не каждый сможет правильно произнести, да, Надежда, вы правильно все замечаете. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки для нас сложно. Кто-то это будет делать, да, кто-то это выполняет, кто-то настойчивый, упорный, отлично. Но лично я приверженец простых методик. Если вы такие же, как я, поставьте, пожалуйста, в чат 4. И именно простые методики, они дают очень хороший результат. Если бы слова были на русском, то можно. Фишка именно в том, что они должны произноситься именно на санскрите. По-другому они не работают. И на русском это уже совершенно не то в переводе. Да, хорошо, что я не одна такая. Вижу ваши 4, и поэтому я предлагаю вам простой, легкий и очень приятный метод омоложения, альтернативный и дорогостоящим кремам, и косметическим процедурам, и различным методам омоложения, которых немало сейчас на просторах интернета. И это световая косметология. Это та палочка-выручалочка, которая позволяет легко, просто и приятно, и главное быстро, получать необходимый результат. И для меня это стало, как я уже сказала, да, самым простым, легким, приятным и, главное, быстрым омоложением из всех, что я когда-либо пробовала. А попробовала я много чего, и крема чудодейственные, которые не работают, и аппаратную косметологию, и гимнастику для лица, и такие вот экзотические методики, да, которые я сейчас для вас предложила. Возможно, у кого-то они работают, да, но у меня они не дали того результата, которого я ожидала, и познакомившись вот с этим методом световая косметология, именно там я и смогла получить необходимый мне результат. Мне еще только 41 год, но мне никогда никто не дает мой возраст. И это все благодаря световой косметологии. Дайте мне обратную связь, 1, кто знает, что такое световая косметология, 0, кто слышит об этом методе впервые, и 5, если вы проходили сеансы световой косметологии, который, кстати говоря, у нас сегодня будет ближе к концу.
Ага, единичка, Антонина, благодарю. Что еще? Ага, нолик, единичка. Так, замечательно. Нолик, нолик. Хорошо, Раиса. О, девочки, я рада за вас. Знаете почему? Потому что в свое время также я не знала об этом методе и попав на вебинар, как я тогда думала, случайно к своему мастеру, она мастером своим моим стала уже после. Ничего не бывает в этой жизни случайного. И я, как и вы, да, те, кто еще не знает об этом методе, узнала, влюбилась в него, и теперь с большим огромным удовольствием делюсь этой информацией с вами. Что такое световая косметология? Световая косметология – это энергия. Вообще все, что нас окружает, и мы с вами – это энергия. Еще Эйнштейн сказал о том, что материя – это та же энергия, только более плотная. Вот мы с вами – та же энергия, только более плотная. А энергия световой косметологии – это очень тонкая энергия, высокочастотная, высоковибрационная, которая раньше была доступна только избранным людям. Могли вот такими тонкими энергиями работать только очень сильные экстрасенсы, шаманы, волхвы, целители, которые много поколений по роду передают, там не одно поколение, а 10-20 поколений, то есть очень-очень вот такие вот мощные и сильные, только избранные могли владеть этими методиками. Сейчас мы с вами живем в удивительное трансформационное время, когда вот такие вот методы, недоступные раньше широкой публике, они сейчас доступны абсолютно каждому. Если у вас возникает желание, да, познакомиться с этим методом, узнать о нем более подробно, изучить его и применять для себя, то даже если вы никогда не практиковали работу с энергиями, у вас все получится. И сейчас немножечко, да, что же дает нам эта чудодейственная энергия, какие результаты мы можем получить, я думаю, что, наверное, это самое интересное, да? Плюсики поставьте, кому интересно. И вот эта методика существует с 2007 года, уже более 10 лет, она популярна по всему миру, и благодаря ей миллионы женщин смогли вернуть свою молодость и красоту легко, просто и приятно. И я одна из них. Поэтому мне очень приятно делиться с вами вот этой информацией. Когда мы работаем с световой косметологией, то мы работать можем по двум направлениям. Это внешнее омоложение и внутреннее омоложение. Что происходит при сеансе на внешнее омоложение? Конечно, разглаживаются морщинки, сначала мелкие, потом более крупные. Меняется цвет лица, тонус кожи, кожа выравнивается. Знаете, вот у некоторых бывает такая кожа землистого оттенка, пористая, да, то есть особенно жирная, с высыпаниями, раздражениями какими-то. Жирный блеск, который портит, да, вид, особенно когда косметика начинает плыть в жару, тут все течет, этот жир, это, конечно, ничего хорошего. Так вот, световая косметология, вот эти вот все процессы нормализует, и кожа нормализует, да, помимо процессов омоложения, еще и с кожей мощная работа идет, кожа очищается, поры сужаются, жирный блеск уходит, у кого сухая чувствительная кожа, то, соответственно, сухость, чувствительность снижается. Многим знакомое чувство стянутости кожи после умывания, оно сходит на нет буквально через 2-3 сеанса. У меня было именно так, потому что у меня кожа комбинированная, поэтому я все прелести, да, вот этих вот видов типов кожи знаю, и жирная, и сухая. И у меня буквально через 2-3 сеанса я себя поймала на мысли о том, что я забываю наносить крем, хотя раньше я быстрее-быстрее бежала наносить, потому что все стягивает. Теперь этого нет ощущений, я про крем вспоминаю там к обеду ближе, да, хотя с утра он умер. То есть вот это вот происходит, подтягивается овал лица, уходят брыльки вот эти нелюбимые, да, нами, черные круги под глазами, мешки под глазами, кожа на шее, то есть подтягивается, да, это на внешнее омоложение энергия работает на уровне лица, шеи, зоны декольте. То есть работа ведется именно вот по этим моментам. И внешнее омоложение, его по-другому называют поверхностным, а я его называю для торопыжек, для тех, кто хочет быстрых именно видимых результатов на лице.
Этого можно достичь очень прям вот быстро, буквально через несколько сеансов уже виден результат. У многих после одного первого сеанса уже пишут о том, что вот у меня изменилось то-то и то-то на лице. Это, конечно же, очень-очень радует. И второй вид сеансов – это внутреннее омоложение. Здесь уже процессы идут более глубоко внутрь нашего тела. Да? Работа ведется со всем нашим телом, не только с лицом, шеей, зоной декольте, соответственно, выводятся шлаки и токсины, восстанавливается обмен веществ, нормализуется работа внутренних органов. Что еще интересного происходит, да, когда мы работаем именно на внутреннее омоложение? За счет того, что восстанавливается обмен веществ естественным образом, снижается аппетит естественным образом, да, происходит нормализация веса. Причем без диет, без изнуряющих физических нагрузок, без обвисания кожи, что тоже немаловажно. Согласитесь, наверное, вы со мной. Вот. И происходит это очень естественно, без стресса для организма, потому что когда, например, человек худеет на диетах или в тренажерном зале, ну, больше на диетах, да, это большой стресс для тела. И на самом деле вот энергии, они никогда так не работают, они никогда не приведут тело в стресс. Наоборот, будет все плавно, мягко и, соответственно, да, бережно для нашего организма. А что еще хочу сказать? Не будет нагрузки на печень, что происходит при быстром сбрасывании веса, то есть когда за месяц на диетах можно сбросить 10 и 15 килограмм. Другой вопрос, зачем? Почему возникает такой вопрос? Да потому что жир, он выводится из тела, если вдруг кто-то не знает, в жидкой фазе. То есть он расщепляется на воду, как бы энергию, да, но вот этот вот сам жир, он выводится именно через печень, через естественный наш фильтр. И когда это происходит быстро, то печень не справляется с такой нагрузкой, и возникает такое заболевание жировой гепатоз. Это когда клетки печени замещаются жировыми клетками, и как бы печень в горошек, да, если смотреть на УЗИ. Да, печень можно восстановить, но опять-таки на это потребуется от 6 до 12 месяцев, в зависимости от поражения. А вот и возникает вопрос, а зачем так издеваться над собой, если есть более мягкие и плавные методы. Дальше, нормализуется работа внутренних органов, соответственно, решаются многие вопросы по здоровью. Это тоже важный момент. Уходит целлюлит, для кого это актуально. Причем целлюлит, интересно, да, бывает даже иногда у стройных девушек. Вот вроде бы с весом все нормально, а целлюлит есть. Но это еще не все, дорогие мои. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему не работают многочисленные методы омоложения? Почему не работают многочисленные методы построения? А, единички поставьте, если вы задумывались. Я задумывалась, и проанализировав многие методы, я пришла к такому выводу, что не работают они по одной простой причине, что воздействие идется только на тело. Но мы с вами не только тело, у нас есть эмоции, у нас есть мысли. Кто-то из великих сказал, что пока я мыслю, я существую, то есть мы не существуем без мысли. И человек похудел, там, поделал гимнастику, омолодился, а мысли у него так и остались, да. Подходя к зеркалу, он выискивает очередную морщинку, подходя к зеркалу, он выискивает изъян. И наш мозг работает таким образом, что куда внимание, туда он и устремляет свои усилия. И, соответственно, через какое-то время что получает обратно человек? Морщинки обратно, вес обратно, складочки и так далее, так далее, так далее. А все по одной простой причине, да, потому что никакой работы не ведется с эмоциями, никакой работы не ведется с психоэмоциональным состоянием,
И у многих вот после очередного сбрасывания веса, например, или после очередной неудачной, может быть, попытки, а может быть и более-менее неудачной омолодиться, да, чувствует человек себя выжатый как лимон. Нет сил, нет энергии, не хочу ничего делать. И у многих это просто весной происходит. Если с вами такое происходит, поставьте, пожалуйста, четверочки в чат. Если вам знакомо вот это ощущение выжатости как лимон. Почему это происходит? Опять-таки, потому что эти методики, они никак не работают с нашей энергетикой, с нашим энергетическим, да, вот этим состоянием. Мы даже говорим, энергичный человек или неэнергичный. То есть мы не существуем без такого понятия, как энергетика, да. В это можно верить, можно не верить, но это именно так. Поэтому, если нет воздействия комплексного, а только на физическое тело, нет проработки психоэмоционального состояния, не восполняется уровень энергии у человека, ну о каком результате может идти речь? Это просто хождение по кругу, это теряние времени, вот и все. И я нашла вот эту методику, которая позволяет многопланово работать с нами, потому что мы не только тело, да, вот наша внешняя оболочка. Мы многоплановые эмоции, мысли, эмоциональное состояние, активности, да. И световая косметология – это, пожалуй, единственная методика, которая воздействует именно на все наши планы и подходит к нам как целостной системе, каковой мы с вами и являемся. И именно поэтому она дает потрясающие результаты за короткий промежуток времени. И нет возвращения обратно. Это только путь вперед. Потому что очищаются наши энергетические тела, в которых мы, кстати говоря, с вами, ну, практически ежедневно, да, мы общаемся с разными людьми, и у вас наверняка были такие вот состояния, да, с одним человеком пообщаешься, вот как какой-то ты выжатый, опустошенный, а с другим человеком пообщаешься, ты как будто вот наполненный, радостный и веселый, да, было ли у вас такое, пятерочки поставьте, у кого было. Я думаю, что вы понимаете, о чем говорю, да, именно потому, что мы соприкасаемся с нашими биополями, и мы контактируем на тонком плане, мы контактируем своими аурами, и через вот такое взаимодействие передается состояние, да, мы можем подцепить какой-то негатив и так далее. Опять-таки методики традиционные омоложения с этим никак не работают, оздоровление тоже с этим никак не работает. Дальше, да. Такая проблема большинства женщин, мужчин реже встречается, как нелюбовь к себе, непринятие себя. Да, многие психологи заставляют как таблетку 3 раза в день любить себя, но многим это тяжело. Да, кто-то это бросает на полпути, кто-то вот очень упертый, да, продвигается в этом плане, но работать над собой всегда сложно и тяжело. Здесь же мы это получаем, я считаю, что бонусом, потому что все-таки основное предназначение этой энергии, она целенаправленная, поэтому она дает быстрые результаты. Это омоложение, да, омоложение тела, омоложение лица, оздоровление через омоложение и так далее. Но тем не менее, вот такие проработки, они идут, и они очень мощные. И многие, даже не задумываясь над этим, да, выходят из глубочайшей депрессии, а просто человек пришел омолодиться. И другие тоже очень классные результаты, я тогда не буду сбегать вперед, да, обо всем по порядку для вас тоже сегодня представлю. На мой взгляд, я вот много чего изучаю и продолжаю обучаться. Это вот уникальная методика, уникальная техника, которая позволяет прорабатывать разные наши планы одновременно. И, на мой взгляд, да, это вот единственная такая система. Как с ней работать? Работаем мы максимум 20 минут. Меньше можно, больше нельзя. Энергия очень мягкая, но очень сильная, высокочастотная, поэтому больше 20 минут не рекомендуют. Этого вполне достаточно. И для меня было хорошей новостью, что в отличие от всех там методик, да, те же мантры, мудры, гимнастики, массажи и так далее, да, ей не надо работать каждый день, даже более того вам скажу, нельзя.
обязательный перерыв между сеансами должен составлять 2 дня. И поэтому получается всего 2-3 раза в неделю. Уж 2-3 раза в неделю даже самая занятая деловая бизнес-вумен, да, может для себя найти. Всего 20 минут 2-3 раза в неделю. Вы у себя дома, вам не нужно ни от кого зависеть, да, ни под кого подстраиваться. Сами в удобное время, когда вам там приятно или у вас есть промежуток, у нас девочки даже в аэропорту умудряются это делать между рейсами, а что время терять? Вы можете провести сеанс себе и омолодиться, оздоровить свой организм. Как вам такое? Да, отреагируйте, пожалуйста, от 1 до 10. И цветовая косметология, есть уже такой термин, что это убийца пластической хирургии, частью операции, убийца пластической операции на лице, в части устранения морщин, разглаживания кожи. Почему? Потому что результат мы получаем именно такой же. Но, да, вижу ваши десяточки, благодарю, но без наркоза, да, это очень вредно для организма, без обезболивания, без этого не обойдется ни одна операция, без отеков, синяков, восстановительного периода, то есть все вот эти негативные моменты, которые приводят к еще большему стрессу, и еще больше блоков у вас будет и зажимов в теле, мы это все минуем. Здесь наоборот, расслабление, приятно, удовольствие, да, и в этом во всем мы получаем с вами результат за довольно-таки короткий промежуток времени. Какие еще результаты можно получить, работая в энергии световая косметология? Уходит папилломы, пигментация, папилломы отпадают, пигментация, то есть, ну, становится нормальное лицо. Исчезает седина, даже 100% седина у моих учеников, не один отзыв есть о том, что волосы начали расти естественного цвета. Да, не после одного сеанса, но тем не менее. Почему так говорю? Потому что моя мастер в свое время дала установку такую, не очень хорошую, на мой взгляд. Когда ей задали вопрос по седине, а как работать сединой, там, может ли эта энергия поработать, ну, она сказала, ох, всем хороша энергия, но сединой не работает. И у нас в группе, я в группе обучала, никто даже не попробовал. Представляете? Я, как бы, ну, мое мнение такое, что не нужно давать никаких установок, да, потому что энергия настолько волшебная и чудесна, что удивляешься каждый раз, какие отзывы, какие результаты получаешь, да, потому что даже и не думал, что так можно, а так возможно. И я, в свою очередь, никогда не говорила, что вот это невозможно, возможно, друзья, все. Если вы хотите, если вы будете с этим работать, то возможно все. Поэтому исчезает седина, а нужно понимать, что седина – это не просто цвет волос, это определенные процессы в организме, их очень-очень много. И, понимаете, они начинают восстанавливаться. Я вот здесь не написала хорошие результаты по климаксу. Климакс отступает. Дальше. Становятся менее выражены шрамы после травмы операции. Если свежий шрам, да, вот у меня одна ученица попала в аварию, и на лице у нее образовался шрам. Буквально 2 недели, да, помним, 2-3 раза в неделю всего. То есть это где-то, ну, 5, наверное, сеансов она себе провела, шрам стал незаметен. Чем еще можно тогда вот убрать без какого-то там применения лазеров и так далее, я не знаю, если честно. Укрепляются ногти, кожа становится гладкой, мягкой и нежной по всему телу, включая проблемные для многих моменты, да, это локти и пяточки. Причем про пяточки, друзья, говорят мастера педикюра, профессионалы. Дальше. Появляется талия, уходит живот, уменьшается варикоз. Дальше будет прям вот фото наглядно, как это работает. Улучшается настроение, появляется радость жизни. Вообще радость жизни – это естественное для нас состояние. Вы сегодня его испытаете на сеансе. Кстати говоря, чувствуете ли вы энергии, которые с вами сейчас работают с каждым? Да? Напишите, пожалуйста, если у вас какие-то ощущения. Дальше. Значит, вот эта радость жизни, которая нам свойственна, нам, женщинам, да, это наше естественное состояние.
появляется желание жить активно. И очень приятно, когда девочки пишут о том, что мне 70 лет, у меня огромное количество планов, и теперь я знаю, что мне все по плечу, что я все свои цели осуществлю. Кстати говоря, знаете ли вы о том, что постановка целей способствует увеличению продолжительности жизни? Если знаете, плюсик поставьте. И появляется уверенность, энергичность, принятие себя, любовь к себе, то есть то, что и должно быть у гармоничного человека. Но это, друзья, еще не все, потому что меняется жизнь. На самом деле так, и это не громкие слова, меняется жизнь во многих сферах ее, да, и это не только молодость, не только стройность и здоровье. Кто-то личную жизнь свою поправляет, да, находит вторую половину, кто-то на новую работу устраивается, да, кто-то открывает свое предназначение, кто-то начинает зарабатывать на своем хобби. То есть настолько многоплановая проработка идет всей жизни. И жизнь кардинально меняется, друзья. Это не просто омоложение, это именно трансформация. И вот этим еще таки, повторю, уникальна эта методика. За счет чего это происходит? Именно за счет комплексного подхода к нам, как к человеку, да, как к комплексной целостной системе. И вы не просто начинаете выглядеть моложе, у вас не просто уменьшаются морщинки, вы не просто обретаете молодую кожу лица и тела, у вас не просто становится упругой кожа, подтягивается овал лица, глаза начинают сиять, как в молодости, у вас улучшается состояние, самочувствие, вы получаете мощнейший заряд жизненных сил, и ваша жизнь уже будет абсолютно другой, чем до знакомства с этой методикой. Это я знаю и по себе, и по тысячам своих учеников и клиентов. Ну, учеников быстрее жизнь меняется, потому что тоже вот пришла на собственном опыте к такому выводу, что когда человек начинает работать с собой сам, не завися от кого-то, не получая сеансы там от целителя, сейчас это очень модно и популярно, я ничего не делаю, лежу на диванчике и молодею. Да, может быть, вы и будете молодеть, но уж трансформации с вами точно не будет. Уж точно у вас не восстановится связь со своей интуицией, уж точно у вас не восстановится связь с собственным телом, и вы не начнете понимать, что вам тело говорит и как на это реагировать. А когда вы начинаете с собой работать, да, когда вы начинаете себе сами сеансы проводить, ни от кого не завися, прислушиваясь к себе, выполняя рекомендации, которые я даю, да, не следуя шаблонам, то у вас это происходит автоматически, да, восстанавливается то, что было утеряно за годы. У всех женщин есть интуиция от рождения, все люди от рождения имеют связь с телом, да, то есть они понимают сигналы тела и знают, как на них реагировать. Но нас этому в школе никто не учит, никто нам об этом не говорит, и, соответственно, да, мы забываем об этом, мы этим не пользуемся. Так вот, работая с энергией, световая косметология, у вас это автоматически произойдет. Вы автоматически вспомните, да, себя, ваше истинное, да, вашу душу, ваше тело. Вы начнете понимать, да, и как реагирует тело. Я вам расскажу про себя, да. Вот буквально в эти выходные, в воскресенье, как у меня тело со мной разговаривало. Оно мне говорило, да, что оно это не хочет, например, да, хочет что-то легкого, какого-то легкого питания. Я поняла, да, то есть вот это вот, то, что мне тело сказало, еще и оно у меня хотело как бы релакса, да, какого-то расслабления. Я сходила с подружками в баню. Вы не представляете, какой легкостью мне ответило тело и какой благодарностью на следующий день. Вот
Это просто вот поет каждая твоя клеточка. И ты понимаешь, что вот что нужно твоему телу. Оно с благодарностью отвечает тебе. Вот это, я считаю, вот мы должны в этом все быть. Про интуицию то же самое. От рождения у всех интуиции. И не надо там ни на какие курсы ходить, в хроники Акаши и так далее. Вы это все можете сами. И просыпается это у вас, когда вы начинаете работать с энергией. Энергия световая, косметология, энергия вознесения, потрясающие энергии, которые это позволяют вам вернуть. Я думаю, что вы прочитали то, что здесь написано, да, насколько уникальна эта энергия, что она работает на уровне ДНК клетки и буквально выжигает ген старости из нашей ДНК. Уже ученые доказали, что старение это вирус, который сидит в нашей ДНК, и пока они ищут таблетку от старости, у нас есть уникальная методика, которая позволяет легко, просто и приятно повернуть время вспять. И это, опять-таки, не громкие слова, а на самом деле это так и происходит. И вот посмотрите визуально, что происходит с лицами девочек, которые работают в энергии световая косметология. Можете здесь увидеть. Да, Наденька, переключите слайд нам, пожалуйста. Вы можете увидеть, насколько вот результативна эта методика. Не просто морщинки разглаживаются, да, внизу вот на фото носогубная складка, брыли, шея, овал лица, да, был купероз на щеке, были пятна, их нет. Сбоку, да, две фотографии друг под другом, квадратно-прямоугольное лицо. Посмотрите, какой прекрасный овал, и уголки губ поднялись. То есть вот такая вот фантастика, такое волшебство с нами происходит. Идем дальше. Вот на следующем слайде вы можете увидеть промежуточный результат, да, но уже здесь видно. Девушка помолодела минимум на 8 лет. Посмотрите лоб под глазами. Овал лица, шея совершенно-совершенно другими стали. Все это за короткий промежуток времени, это доступно абсолютно каждому. Если вы никогда не практиковали с энергиями, у вас все получится. Дальше вот еще результаты моих учеников. У меня много учеников, которые называют себя абсолютные новички. То есть они никогда не работали с энергиями, вообще не знали до знакомства со мной, что это такое, с чем это едят. Но, тем не менее, у них все получилось, и они получают вот такие потрясающие результаты. Вы можете вот увидеть, что на следующем слайде фото, да, Наденька, переключите, да. На фоне листьев, под верхний левый угол, девушка, ей 57. Рядом она же, 59. Но не потому, что она 2 года практиковала световую косметологию. Да, после световой косметологии, но там буквально, наверное, месяц-полтора прошло. А потому, что не фотографировался человек из-за того, что не хотелось, не нравилось отражение в зеркале, не нравилось на фотографиях, как она получалась. Вот кому знакомо, да, что не хочу фотографироваться, не хочу на себя смотреть в зеркало, поставьте троечки в чат, пожалуйста. Потому что это довольно-таки распространенное, да, что не могу на себя смотреть, и что я там вижу, и морщинки, и седые волосы, и так далее, и так далее. Вот такие вот результаты мои ученики получают за короткий промежуток времени. Да, вижу ваши троечки, благодарю. С этим световая косметология очень легко и быстро справляется. Идем дальше. Следующий слайд, у нас идут отзывы. И отзывы, это, конечно, просто потрясающие, я не перестаю удивляться, и уже много, да, много чего, много учеников, но вот эти отзывы, да, которые даются ученикам, я им радуюсь гораздо больше, чем своих клиентов, потому что они потрясающие. Вы уже видели, да, как работает световая косметология внешне, здесь будут в основном отзывы по здоровью. Потому что мало кто говорит о том, что световая косметология – это еще и оздоровление. Все в основном говорят про омоложение. Но это не так. Ну, не только так, да, омоложение, естественно, но и по здоровью очень хорошие результаты. Значит, вопрос стоял на операции левого яичника.
Полипа 2 месяца назад своей подружке, вот моя ученица, делала сеансы, а 2 месяца назад ей сделала лабароскопию, но киста только увеличилась. Неделю назад после сеанса сделала УЗИ, кисты нет. Здесь начинающейся менопаузой произошел гормональный сбой, и на подбородке стали появляться волоски. Сейчас их нет, седина на висках ушла, мужчина табуном ходит, вся сияет. Когда у мужа случилось 2 инсульта подряд, выросла до 52 размера, это было 3 года назад. Легла с ним вместе, лежала в депрессии. Благодаря Росее вышла из депрессии и купила джинсы 48 размера. Представляете, из глубочайшей депрессии человек себя вытащил. Похудела, похорошела, теперь занимается мужем. Кстати говоря, у другой моей ученицы, здесь нет вот этого отзыва, тоже муж был после 2 инсультов и не верил ни во что, ни на какие сеансы не соглашался, еле-еле она его уговорила, провела ему энергию вознесения сеанс, он уснул, но проснувшись, они поехали, значит, в медицинский центр, там делать различные измерения. И у него вот эти вот анализы показали значительное улучшение, хотя до этого было только ухудшение. После этого он сказал, делаем, вот, и согласился, то есть, работать в этом направлении, а мужчины, они большие скептики, как правило. Дальше, значит, сыну горло вылечило, энергия вознесения без лекарств, соседке горло вылечило, бронхит долечиваю. После практики световой косметологии энергии вознесения очень спокойно стала на душе, хотя до этого постоянно принимала типа афобазол и фенибут. Это очень серьезные, очень сильные препараты, хотя вот афобазол рекламируют, но он и привыкание вызывает, фенибут вообще содержит фенобарбитал, запрещенный во многих странах, потому что идет привыкание. Человек вышел из этого состояния, да, без единой таблетки, в том числе и от лекарственной зависимости. Дальше. Мама пожаловалась на бессонницу, сделали ей энергию вознесения, уснула раньше, проснулась позже, никакой бессонницы нет, потом в следующие дни все, значит, она засыпала прекрасно. Идем дальше. А вот, Наденька, переключите слайд. Значит, вы здесь можете увидеть результаты уже клиентов, моих учеников. Да, вот обратите внимание на этой фотографии, почему я ее привожу, очень хорошо видно, что до сеансов пористая кожа, да, вы видите лоб вот здесь такой какой-то пористый, землистый цвет лица, да, помимо морщинок, помимо вот ситуации под глазами, да, овал лица и лобик, там, морщинки, да, после сеансов они провели буквально 10 сеансов. Это, ну, совсем ничего, это минимальный курс. А, вы видите, да, кожа совсем стала другая, гладкая, оттенок здоровый, да, никакой землистости, никакой пористости. Морщинки на лбу, вообще просто потрясающий результат. Под глазами потрясающий результат, овал лица. То есть вот такие результаты мы получаем, работая в энергии световая косметология. Кстати говоря, вы можете перейти по ссылочкам, которые Надя сбросила в чат, потому что для вас будет уникальное предложение, которое будет действовать только во время вебинара. Я сейчас чуть позже о нем скажу. Идем дальше. Да? Здесь вообще потрясающие результаты по щитовидной железе. Есть ряд заболеваний, которые называются аутоиммунные, они не лечатся традиционной медициной. Врачи так сами говорят, да, есть 2 пути. Если заболевание не прогрессирует, ну, как-то ровненько идет, то здесь просто поддерживающая терапия, да, вам назначат витамины, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, все. Если же прогрессирует, то здесь до конца жизни гормоны, все. Другого не бывает. Вот здесь как раз аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Гормоны выше нормы, антител в 4 раза больше нормы. Это очень много. Что такое уровень антител? Да? Это когда в организме происходит сбой, и наш организм воспринимает свои же собственные клетки как чужеродные, начинает с ними бороться. Начинает их пожирать. И это вот понятно по количеству антител.
Это программа самоуничтожения, друзья. Очень страшная программа. И традиционной медициной она никак не лечит. Так вот, значит, случайно попала ко мне на вебинар, на мастер-класс, прошла обучение, начала практиковать энергию Вознесения в середине августа. В середине сентября пошла к местному врачу, тест показал повышенный Т3, Т4, но уже нету антител. Всего за месяц, без гормонов. А лекарство ей выписала, если она приняла один день, почувствовала, как жизнь уходит, и бросила. Да, хорошо, что вот поняла, да, что не надо убивать себя этим. Дальше, значит, стала делать цветовую косметологию сначала на внешнее, потом сдала кровь, сделав только один сеанс на внутреннее. И врач с недоуменным лицом говорит, что Т3, Т4 в норме, антител нет вообще, и ТСХ на грани к нормальному, то есть фактически тоже в норме. Представляете, без единого гормона, без единой таблетки заболевания, которое не лечится традиционной медициной, человек смог победить. Потрясающий результат. Здесь тоже отзыв моей ученицы от ее клиентки. Значит, каждый сеанс ощущался по-разному, это цветовая косметология, заряжала воду, крема, шампунь, бальзам, лекарства, капли ряженых фруктов, стала пить много воды, до этого вообще не пила. В сентябре случился климакс, моментально поправился, настроилась, что буду старая и толстая. Но здесь моя ученица с методами омоложения, в итоге минус 4 сантиметра в талии, минус 2 сантиметра в бедрах, стало столько энергии, что пошла в зал, да? И здесь есть две большие разницы. Если вы идете заниматься через «надо» и через «хочу», это огромная разница. Через «надо» у вас организм, тело будет сопротивляться изо всех сил. А когда из состояния «хочу», вы будете туда бежать, да? Вы будете скучать об этом, потому что вот хочется энергию как-то вот реализовать, ее очень-очень много. И вы поймете вот эту огромную разницу. Что у нее еще? Значит, волосы перестали выпадать, страшно описывать, как выпадают. Скажу только, что дно ванны было услано выпавшими волосами полностью ежедневно на протяжении 5 лет как минимум. И на одежде, и по квартире, даже без расчесывания. Сейчас не выпадают, даже муж заметил. Кожа лица тела стала другой, эластичной, приятной на ощупь, выгляжу моложе, чувствую себя моложе. Приливы, которые мучили меня своей частотой и жаром, прошли. Вот такие вот результаты. Если вы хотите таких же результатов, пожалуйста, переходите по ссылке, знакомьтесь с нашим предложением. Я буквально там через несколько минут скажу, какой уникальный подарок вы сможете получить при оплате в течение вебинара. А мы пока с вами идем дальше. Здесь тоже отзыв, считаю, Витки, немножко другой. У меня узлы, второе УЗИ показало уменьшение. Врач удивляется, не может такого быть. Месяц как посвятила световую косметологию и забыла про щитовидную железу, которая душила и просила каждый день пилюлю, которую прописали пожизненно. И вот это здесь еще отзыв по маме. Стала работать с мамой, у нее куча проблем, микроинфаркт, 2 инсульта, желчный вырез неудачно, огромный шов стягивал живот, сильно болел, органы опущены после падения, прямая кишка выскакивала, куча других заболеваний, еще добавили суставные тазобедренные беды. И теперь месяц работы световой косметологии и энергии вознесения, боли в животе ушли. Пайки послеоперационные не давят, живот приподнялся, заметила, как подтянулась кожа, обвислая прежде. Спит, ноги, колени сгибая, как ребенок. Суставные боли ушли. Представляете, всего через месяц. Как вам такие результаты? От 1 до 5 отреагируйте, пожалуйста. Значит, работала с родственницей, 68 лет, на щеках вдоль овала хорошие морщины. Сожалею, что не сделала фото до сеанса,
Но лицо хорошо знаю. Значит, естественно, работали с лицом, с овалом. В результате по овалу и на ширину где-то 1,5-2 сантиметра морщин разгладились после одного сеанса. А дальше есть. Если бы я это все не видела своими глазами, никогда бы не поверила. Вот такой результат после одного сеанса. Сеанс на внешнее омоложение знакомый, 79 лет. Медик по образованию, верит только в медицину, но хочет быть красивой. В результате она все чувствовала, тело как будто расширялось. Теперь хочет 10 сеансов получить. А еще творческий канал открывается. Многие начинают писать стихи, или кто писал стихи, просто вот их вдохновение накрывает, что называется, да, художники начинают рисовать картины, вот тоже девушка у нас сразу 3 новые картины начала, и одна почти готова, вторая наполовину, третий набросок, но все нравятся, да, вот кто рисует, вы знаете, то знают, что это далеко не всегда. Да, мы очень самокритичны, и это не нравится, то не нравится, да, начинают переделывать, а здесь все нравится. Здесь посмотрите, потрясающий отзыв. Девочка-ученица моя работала, ее попросили с девушкой поработать из Америки, другой часовой пояс. Что там произошло? У нее началась такая страшная аллергия, видите, какие рубцы, волдыри буквально покрыли все тело. 2 недели выписанные врачом лекарства и мази вообще не помогали, зуд страшный. Она уже спать не могла от этого зуда. В результате послали ей дистанционный, то есть на расстоянии, да, отложенный до востребования сеанс, ну, через намерение, естественно. В результате ей стало лучше на следующий день, потому что большая разница во времени, и сразу она не смогла ей дать обратную связь. Вернее, дала, да, но у них день у нас ночь, и наоборот, поэтому получилось, что на следующий день отзыв был получен. На другой день стало лучше, послала еще энергию, в том числе божественный лифтинг тела, который тоже входит в курс. На следующий день, то есть через 2 сеанса всего, исчезли волдыри и зуд. Девушка повеселела. В итоге они всего работали 6 дней. Сделали, соответственно, 6 сеансов. Но световую косметологию всего 2 сеанса. Тут божественный лифтинг тела и лица, энергия вознесения работала. И через 6 дней она вышла на работу. Представляете? Страшная аллергия, не помогала ничего 2 недели. И вот такой вот потрясающий результат всего лишь за 6 дней. Идем дальше. Значит, что у нас здесь еще? Какие отзывы? Делала сеансы световой косметологии женщине 75 лет, имеет хронический бронхит. Сегодня был второй сеанс, и она только что позвонила, рассказала, что пришла домой, не могла отойти от раковины, то есть из нее все стало выходить после второго сеанса всего-навсего. После первого тоже было, но меньше, она никак это не связала, да, подумала, ну, что-то само собой. Мы часто вот, да, думаем, ну, это, наверное, само собой как-то происходит, да, жуткая депрессия, боли мучащие годами, как-то сами собой проходит. Друзья, само собой у вас годами это не проходило, и как-то вот само собой оно и не могло пройти. А энергия настолько мощная, что такие вот результаты, они идут практически сразу. У всех по-разному, да, мы все разные. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но результаты есть у всех. И это реальные вот отзывы из скайп-чата моей школы. Дальше. У меня радость, зрение улучшилось. Вчера вечером внук книжку читала без очков. Теперь мне нравится, как я выгляжу. Кожа на лице подтянула, стала упругой, морщинки разгладились, глаза блестят. В марте весила до школы 72 килограмма, сейчас 64,4. Кожа на лице бархатная, овал лица супер. А вот по астме. У женщины астма. Вот этот отзыв, который я вам сейчас зачитаю, она дала во время обучения. Через 7 дней всего лишь.
За такой короткий срок такие изменения, столько положительных эмоций, а главное, лично для меня я стала дышать. Это ваша заслуга, раз я ингалятором почти не пользуюсь. Поймут только те, кто ограничен в такой важной вещи, как воздух. Представляете, не могла обходиться без ингалятора много лет, а теперь 7 дней и все. Через 7 дней у него процесс пошел, конечно, еще не окончательный, но тем не менее человек без ингалятора теперь может обходиться. Идем дальше. Полип в желчном пузыре 3,9 мм. Сделала УЗИ, стал 2,8, хотя до этого прогрессировал. Энергию не чувствую, но опухоль была на спине 12 лет. Сейчас ее вдруг прорвало, вышло много какой-то гадости. Все, ее больше нет, представляете? Многие почему-то думают, что если энергию не чувствуете, то и нету результата. Это большое заблуждение. Это зависит просто от двух факторов на самом деле, от вашей личной чувствительности и от энергетических каналов. Если они прочищены, грубо говоря, да, то вы лучше чувствуете энергию. А у нас в курсе 5 энергий, 5 посвящений. Каждое посвящение приравнивается к 10 сеансам по мощи своей. Представляете, как у вас прочищается вот это вот все дело? А потом еще и практику нарабатываете с каждой энергией. И многие начинают чувствовать энергии во время курса. Вот это сразу после окончания. Но даже если нет ощущений, вот такие потрясающие результаты не заставляют себя ждать. Делала дочери, значит, на внутреннее омоложение, у нее приличный варикоз на ногах. Даже не смотрели на ноги. Случайно взглянули, 15 сантиметров участок выровнял. Представляете, 4 сеанса всего и без намерения на варикоз. Дальше. Мужу сделала сеанс для снятия боли с колен, давно мучается этим. Весь день не видела, вечером сказал, что колени вообще не беспокоили. Такого давно уже не было, вечером взялся за гантели. Проводила сеансы, 10 коллективных сеансов энергии вознесения для семьи, коллективные, 6 человек. У одной из девочек был гастрит. Сделали УЗИ, нет гастрита. Всего 10 сеансов, друзья. А еще энергию вознесения, идем дальше, сейчас на другой слайд мы переходим уже. Значит, здесь вы можете увидеть вот варикоз, посмотрите, пожалуйста, да, Наденька, переключите нам слайд, а еще энергию вознесения девочки у нас используют, что называется, в быту, вот один отзыв о том, что вот как раз, да, фотография по варикозу, значит, в МФЦ нужно было, как это называется, перерасчет коммунальных услуг сделать. Мало того, что в тот день не было приема, а девочка приехала уже, было куча народу, просто вот тьма. Ну, мы волшебницы после курса. И она призвала энергию с намерением, а в результате не было приема, ее приняли. И она за 10 минут, даже меньше, смогла решить все вопросы. Вот так вот. Потом еще пробки разгоняют девочки и много-много чего. Варикоз. Вот видите, какой был страшный варикоз, какие шишки, какие вот выпуклые вены, вот эти вот синюшные, да, как спруты. И после беленькая ножка, без растяжек, без синих вен, без выпуклости. Это заслуга только световой косметологии и энергии вознесения. Потому что, ну, здесь предлагали операцию, да, что нам предлагают в таких случаях? Вырезать, да, потому что медикаментозное лечение, оно не помогает, как правило. Есть выход. Световая косметология, энергия вознесения. Идем дальше. Следующий слайд у нас, еще несколько отзывов. Я думала, только вокруг меня все меняется, но нет, не только одна такая. На работе у меня также, кто может поменяться, меняются, отношения налаживаются, кто не может принять энергии, уходят.
Или совсем переводятся куда-то по своим причинам будто. Представляете, вот как бы вот такое волшебство, да, но на самом деле энергии работают. Люди прям залюбили. Шеф стал лучше относиться ко мне, с коллегой, с которой были неважные отношения, наладились, появились новые знакомые. Кроме того, да, многие мастера передают просто настройки, никакой практики не дают, никакой обратной связи не дают, ответы на вопросы тоже отсутствуют. Ну, либо только сразу после настройки, и на этом все заканчивается. Я получала настройку у другого мастера, практики там никакой. Сейчас почувствовала эту энергию вместе с кругом в полную силу. У нас совершенно по-другому. Мы коллективные практики практикуем, да, отрабатываем все энергии в кругу, все вместе, это дает усиление. Если вы идете в группу, да, здесь вот по божественному лифтингу тела. Отзыв, который тоже входит в курс, тело уплотняется, приобретает приятные формы, как в молодости. Был жировик под грудью, прорвался безболезненно, комфортно. Конечно, есть изменения, повысилась эластичность, уменьшился целлюлит. Дальше. Переключаем. Здесь вот тоже отзыв. Моя ученица работала со своей подругой и с ее мужем. Очень хороший результат по простудным заболеваниям с энергией Вознесения. Дальше анализы данные показали хороший результат. Был цистит, проблемы с маткой. Соответственно, работали с мочеполовой системой. Есть результат. Сначала она почувствовала улучшение, анализы только подтвердили. А еще анализы по печени улучшились впервые за многие годы. Значит, а муж вот этой подруги, с которой девочка, ученица моя работала, ему предстояла замена хрусталика, но он очень сильно боялся. 3 раза откладывали операцию, потому что то заболеет он, то у него давление подскачет, то еще, то есть вот такой сильный страх был. Значит, здесь выразили намерение с энергией Вознесения, работали на наилучшее прохождение, благоприятное. В результате не просто все прошло благополучно, а он еще и вечером и того же дня пошел хрусталик проверять в кинотеатр. Жена звонит, а он сидит, проверяет работу. Вот так вот работают энергии. Здесь вот тот же отзыв по энергии Вознесения. При конфликтах ситуация разруливается гармоничным образом буквально на глазах. А еще решать проблемы с транспортом, не опоздаете и не замерзнете. Дорога без пробок. То есть энергия Вознесения, ее почему-то мастера многие рассматривают только как повышение вибрации. Это прекрасно. Да, повышение вибрации к чему нас приводит? К тому, что мы уходим из низкочастотных состояние, это злость, гнев, раздражение, страх, обиды, чувство вины. Переходим в состояние гармонии, покоя, любви. Прекрасно, для саморазвития прекрасно работает, но она обладает мощнейшим целительным действием. Об этом почему-то многие забывают, не знают, может быть, как работать с этим, не говорят об этом. Я учу, как работать именно по исцелению. Вы видели, какие результаты прекрасные дает эта энергия. И в быту прекрасно можно ее использовать. А вот этот вот отзыв, он просто фантастический. Мы как-то вот никогда не задумывались над тем, что через какое-то время можно посмотреть, да, не сразу после сеанса, что происходит, а через какой-то промежуток времени. Здесь получилось очень интересно. Значит, сфотографировали вот эту милую девушку, провели ей сеанс, ученица моя сфотографировала после, ну, вроде что-то получше, но как-то не кардинально. Одного сеанса мало. Ну, как бы договорились о следующем, разошлись. И вдруг через 40 минут они сталкиваются случайно. И ученица моя не поверила своим глазам, сразу достала телефон и щелкнула. А вот эта девушка, которой провели сеанс, она даже не видела себя. Видите, что произошло с ней через 40 минут после сеанса? Представляете, какой результат? Просто минус, там, я не знаю, 20 лет буквально сбросила. Но после одного сеанса результат неустойчивый. Это не фотошоп, Александр. Если вы в этом разбираетесь, то вы можете увидеть, что это не фотошоп. Вы можете в это верить, вы можете в это не верить. Это ваше право.
Я знаю, что работает. Мои ученики знают, что работает. Каждый сам выбирает, да. Вы можете сказать, что и отзывы я все сама придумала и написала, и что и по здоровью таких результатов не бывает. Ваш выбор. Так вот, друзья мои, одного сеанса недостаточно для устойчивого результата. Минимум 10. А дальше каждый как бы сам работает. Кому-то хватает 10, кто-то работает дальше. А моя коллега, с которой мы проходили обучение, она себе 50 провела, но у нее было стойкое желание, да, немножко подкорректировать форму тролля, ну, его выбор троллить или что тут делать. А, значит, она сделала себе 50 сеансов, но у нее было не просто морщинки разгладить, да, выглядела она на 10 лет старше. Я вообще была потрясена, когда узнала, что она практически моя ровесница, но выглядит минимум на 10 лет старше. У нее изменились черты лица, а у нее нос стал тоньше. Да? Для нее это было важно, она с этим работала. То есть здесь мы работаем до того результата, который нужен вам. Мы все разные, результаты нам тоже нужны разные. Идем дальше. Крайний отзыв вам хочу привести, но он показывает силу намерения. И все, кто хочет так же или даже лучше, больше, ставьте, пожалуйста, в чат семерочки. Я вам сейчас как раз то уникальное предложение, о котором говорила, озвучу после этого отзыва. Жду от вас семерочки в чат. Значит, здесь девочка пришла в индивидуальное обучение с четким намерением на дополнительный доход. Вот, и что интересно, да, как она пишет, люди пошли практически сразу, даже не поняла, как оказалось на курс, тут же появились клиенты, так что обучение сразу окупилось. Сначала побаивалась работать с людьми, думала, может не получится, я же мало еще знаю, но все получилось самым волшебным образом. Каждый день получаю восторженные отзывы, и это вдохновляет по-особенному. Это при всем при том, что она сама еще не получила результат окончательный. Была в процессе. Представляете, люди уже пошли. Вот это сила намерения. Итак, друзья, переходим как раз-таки к предложению, которое я для вас подготовила. Поэтому переходите по ссылочке, оставляйте свои заказы, оплачивайте. И все, кто оплатит в течение вебинара, получит уникальную программу работы с подсознанием на омоложение. Переходите по ссылке, и у вас есть такая уникальная возможность получить программу работы с подсознанием на омоложение. Это вот то волшебство, да, о котором многие мечтают, волшебная таблетка, когда ты ничего не делаешь, просто слушаешь, а твое подсознание перестраивается и начинает работать не против тебя, а на тебя, да, что называется, смотрим мы все в одну сторону и начинаем именно вот двигаться в том направлении, которое нам нужно. У вас есть еще некоторое время для того, чтобы провести оплату. Сейчас я пару слов скажу, как у нас проходит курс, что туда входит дополнительно, да, помимо энергии вознесения световой косметологии, конечно, будет сеанс. Поэтому, кто хочет получить результат, да, кто хочет ощутить на себе вот эту энергию световой косметологии, попробовать, то, пожалуйста, оставайтесь с нами. А сейчас вы переходите по ссылочкам, оставляйте свои координаты, оплачивайте заказ и получаете уникальную программу. А мы с вами идем дальше. Что еще входит в курс? Я много здесь рассказала о световой косметологии, об энергии вознесения, но это далеко не все, что входит в курс. Наденька, переключите, пожалуйста, слайд. В курс еще входит забота об избыточном жире. Здесь вы можете увидеть, да, что это система, не просто энергия, а система, состоящая из трех. Я не буду зачитывать, что написано на слайде, я скажу то, чего здесь нет. В эту систему входит энергия, которая называется поток клеточной памяти, она уникальна. Она уникальна тем, что прорабатывает ваши эмоциональные блокировки по отношению к лишнему весу. А у всех, у кого есть лишний вес, есть такие моменты блокировки, негативные эмоциональные состояния.
Потому что что такое лишний вес, что такое избыточный жир? Это защита. Защита вас от чего? От боли, которую вы переживаете. Да, от эмоциональной боли, от эмоциональных потрясений, с чем-то связано. Вы можете об этом забыть, вы можете считать, что у вас это уже нет, и как бы вы это проработали и так далее, но если у вас есть лишний вес, значит, вы живете в иллюзии. И вот тот момент эмоциональный, который спровоцировал набор веса, он остался в вашем поле. И если с этим никак не работать, то вы ходите по кругу. Да, диетами можно сбросить вес, да, упражнениями можно сбросить вес, но, как правило, он возвращается. И начинается все заново, да, сброс-набор. Потому что изначальная причина не проработана. И у каждого имеющего лишний вес есть такая причина. Более того, у каждого имеющего лишний вес есть вторичные выгоды. Это 100%. И вот эта энергия с этими моментами работает. Идем дальше. Следующая энергия – это золотые нити Нефертити. Почему я ее включаю в курс? Она вроде бы тоже на омоложение, есть же световая косметология. Но световой косметологией мы не можем работать ежедневно. Обязательно перерыв 2 дня. По многочисленным просьбам моих, большого количества моих учеников, я включила эту энергию в курс. Почему? Потому что ей можно работать ежедневно. И, соответственно, в промежутках между световой косметологией вы можете приближать свой результат, используя золотые нити Нефертити. Что происходит, когда мы работаем с этой энергией? На эфирном уровне устанавливаются нити, вот такие вот решетки, как на фотографии внизу, из эфирного золота. То есть работа с вами идет на энергетическом уровне, но на физическом плане вы видите коррекцию овала лица, морщин, дренаж кожи, да, ей можно работать и по лицу, и по телу. По телу чуть дольше, потому что больше площадь, но это надо просто понимать, да. И растяжки, и целлюлит тоже с этим совсем энергия работает. Потрясающая энергия, хорошо работает в совокупности с цветовой косметологией и прекрасно ее дополняет. Идем дальше. И еще одна, пятая потрясающая энергия. Это божественный лифтинг тела и лица. Наденька, переключите слайд, пожалуйста. Значит, она также работает с телом и с лицом. Вы можете здесь увидеть, как работает эта энергия. Энергия божественная. Все энергии, с которыми я работаю, они энергии света. Я мастер света, мастер новых энергий. И все они идут от Творца, все эти энергии божественные. И божественный лифтинг тела и лица также очень хорошо дополняет световую косметологию и приближает вас к результату. Ей также можно работать ежедневно, в отличие от световой косметологии. И про жировые запасы, да, вот здесь я только обращу ваше внимание, остальное вы можете самостоятельно прочесть. Значит, жировые запасы не нужно убирать до нуля, этого делать нельзя. Здоровая жировая прослоечка, да, должна быть, вот именно здоровый уровень. Почему? Потому что в жировых клетках, когда их не избыток, а они в нормальном состоянии, здоровом, вырабатывается гормон, который нам нужен, особенно если... как-то предклиматическое состояние или климакс, да, доказано научно уже учеными, что вот когда наступает климакс у женщины, да, то жировая ткань на себя берет выработку недостающих гормонов. И, соответственно, да, нельзя до нуля ее убирать. И плюс, когда мы работаем с энергиями, они все гармонизируют наш гормональный фон. Да, мы даже говорим гормоны и гармонизация, да, гармония, гормоны имеют один корень. И если вы не работаете с энергиями, да, то не забывайте вот эту прожировую прослойку.
Но если вы работаете с энергиями, то, во-первых, они никогда не навредят, во-вторых, они гармонизируют все ваши железы внутренней секреции, да, выработку гормонов, и, соответственно, в том числе и снижают вес, да, снижают жировые запасы до здорового уровня, до минимального, который необходим. Об этом не забывайте, пожалуйста, об этом нужно помнить. Итак, следующий слайд у нас как раз-таки стоимость в группе. Это 6 тысяч вместо 11, как это стоит. Сейчас для вас скидка. Сегодня для вас цена 6 тысяч. И сегодня для тех, кто завтра будет смотреть записи, дальше цена будет увеличиваться и доходит до 11 тысяч. Индивидуально сегодня и завтра это 10 тысяч вместо 20. Я сейчас расскажу, чем отличается индивидуальное от группы. Значит, что вы получите, да, когда пройдете курс? Вы получите, вернее, когда придете на курс, что вы получите на курсе? Пошаговую, понятную систему проведения каждого сеанса. 5 энергий и 2 варианта сеансов световой косметологии. То есть прямо по пунктам. Первое, второе, третье и так далее, что нужно делать. Все необходимые материалы в текстовом варианте вам будут предоставлены, и вы их оставляете, да, сможете использовать как шпаргалку. Очень удобно, потому что многие жалуются на то, что аудио нужно прокручивать, видео нужно прокручивать, вижу, там, смотреть, переслушивать сначала. Очень удобный текст, в любом месте открыл, в котором тебе нужно, да, и все это увидел, то есть шпаргалку себе сделать. Вы получаете ответы на все вопросы лично от меня. Не от кураторов, не от помощников, как это во многих на других курсах бывает. Лично от меня. Обратную связь и ответы на все ваши вопросы. Что индивидуально, что в группе. Индивидуально, значит, вы получаете от меня обратную связь голосом, мы с вами созваниваемся. Групповой, то есть к чате групповой работы, это будут письменные ответы. Вы получаете отработанные годами методики. Я уже преподаю этот курс более 3 лет. Представляете, какой опыт накоплен? И этим всем я делюсь с вами. Будет понятно, даже если вы никогда не работали с энергиями, на каждом курсе в каждой группе или индивидуально обязательно есть новички, которые никогда не работали, ничего об этом не знают, но у них все получается. Значит, в группе у нас будут коллективные практики, коллективные медитации. Все энергии отрабатываются на практике. Если вы плохо чувствуете энергию, да, идемте в группу, потому что коллективная групповая сфера, которая создается на время обучения, она усиливает ощущения и, соответственно, усиливает и энергии. Вот. В группе будет работа в парах и, конечно, сеанс в кругу единомышленников. В результате вы помолодеете легко, просто и приятно на нужное количество лет, подтянете свое тело, поправите свое здоровье, у вас появится уверенность в себе и своих силах. Мужское внимание и комплименты вам гарантированы, а весной, да, нам в большей степени этого хочется. Вы наконец-то начнете наслаждаться своей жизнью, а не просто проживать ее, как белка в колесе. Вы научитесь проводить сеансы очно и дистанционно, на расстоянии. Вы получите новую профессию, профессию нового времени и возможность дополнительного дохода. Да, потому что когда мы получаем свой результат, мы не живем в вакууме, мы живем в обществе. Нас видят, да, коллеги по работе, соседи, знакомые. И они начинают задавать вопросы. Они тоже хотят так же. Они вам уже верят, потому что видят результат. Вот ваши первые благодарные клиенты. Да, потом это распространяется как сарафанное радио. Поэтому здесь особых каких-то усилий прикладывать и не нужно. Да, если у вас есть желание для других работ. И, конечно, вы измените свою жизнь кардинально в лучшую сторону. Трансформация мощнейшая идет.
Начинаем мы, Наденька, переключите, пожалуйста, дальше. Начинаем мы 2 апреля, то есть уже на следующей неделе. И дальше еще прокрутите. И я поощряю тех, кто быстрый, решительный, и тех, кому действительно надо. И вот на следующем слайде, да, вы узнаете, что те, кто оплачивает в течение 24 часов, получают настрой на омоложение в подарок. Соответственно, если вы оплачиваете на вебинаре, вы получаете не один, а 2 подарка. Программу на омоложение по работе с подсознанием и настрой на омоложение, вы все это получаете в подарок. Поэтому переходите по ссылке, пока еще есть время, оплачивайте и получайте подарки. Подарки я высылаю в Skype, чтобы мы с вами не терялись, и если вы идете в группу, да, чтобы я могла вас своевременно добавить в чат, соответственно, если вы идете в индивидуальную работу, чтобы мы с вами начали, не сказала, как проходит индивидуальная работа. Значит, мы с вами общаемся голосом, созваниваемся. У нас будет несколько таких встреч. И работаем уже в вашем темпе, в удобное для вас время. Если в группе мы работаем 14 дней ежедневно, то индивидуально мы с вами работаем в течение месяца. То есть это может быть не ежедневно, да? Но, как правило, это не ежедневно. Если вы хотите ежедневно, мы будем с вами ежедневно работать, да? Вот, то есть здесь более такой вот график, который позволяет вам отрабатывать на практике больше. Многие идут в индивидуальное обучение с той целью, чтобы сначала наработать канал энергии Вознесения, а потом уже идти в световую косметологию. Почему? Потому что энергию Вознесения после наработки канала, его можно добавлять и в рейки, если у вас есть, то есть сеансы рейки, если вы владеете, да, этой настройкой, посвящением, и в сеансы световой косметологии. То есть она дает усиление этой энергии. То есть вы сможете сразу уже как бы практиковать 2 энергиями, но только после наработки канала. Поэтому многие идут вот за этим в индивидуальное обучение, либо не устраивает, да, там, работа в группе. Либо вам нравится, когда только вам все внимание, работа только с вами. Идем дальше. Переключайте слайд. И шанс есть в любом возрасте сделать шаг к своей молодости, к своему здоровью и позволить себе исполнить свою мечту быть молодым, здоровым, стройным и красивым. Не только внутри, но и снаружи. Да? И я вас призываю, да, уже начать любить себя, начать радоваться жизни, потому что мы на самом деле пришли на эту землю не для страданий, боли и болезней, а для радости и любви, для счастья. И энергии нам позволяют вспомнить, да, свое предназначение, вспомнить свою истинную натуру, вернуться к ней и жить той жизнью, не которую нам кто-то навязывает, а той, которой мы хотим жить. Да, и это мы получаем бонусом, потому что в основном в световую косметологию идем на омоложение. И огромное количество бонусов и проработок мы получаем, работая с этой энергией. И, соответственно, жизнь меняется кардинально. И следующий слайд у нас о том, что перестаньте откладывать свою жизнь на потом. Да, я потом пройду, потом как-нибудь я займусь собой, потом, когда у меня будет время, я начну себя любить. Вот это потом, оно никогда не наступит. А жизнь ваша, она проходит. Жизнь нужно, жить нужно здесь и сейчас, а не там, да, в прошлом проблемах или в будущем, потом. Потому что потом оно не наступит. Это на практике давным-давно уже доказано огромным количеством людей. Поэтому не ждите идеальных моментов, их просто нет. Каждый день – это лучшая возможность для реализации любых желаний, целей и намерений, идей. Поэтому не тратьте время зря, это бесценный ресурс.
Начинайте движение к мечте прямо сейчас. И прямо сейчас переходите по ссылке, оставляйте свои координаты, оплачивайте, присоединяйтесь к нашему курсу, который стартует в группе 2 апреля. Индивидуально мы начнем с вами работать либо сразу после вашей оплаты, можем завтра начать, либо тогда, когда вам будет удобно. Да, потому что некоторые мне пишут, я вот там могу через столько-то, да, там через неделю или там через 2 дня начать. Значит, мы начнем, когда вам будет удобно. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их мне прямо сейчас, потому что мы будем переходить к сеансу световой косметологии на внешнее омоложение. Я сейчас расскажу, как это будет происходить и что вам надо сделать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их сейчас задавайте, потому что потом больше времени на это не будет. Итак. Сейчас мы с вами будем проводить сеанс световой косметологии, сеанс в энергии световая косметология на внешнее омоложение. Вам для приема нужно снять с себя весь металл. Серьги, часы, очки, браслеты, кольца, цепочки, кулоны, броши, там, я не знаю, что еще у вас может. Пряжки какие-то, да, крестики, пожалуйста, все это снимаем, серебро, золото, все снимаем, это все металл. Это мешает энергии в полную мощность с вами работать. Потому что из физики можно вспомнить, да, что металлы, они не проводят энергию, и, соответственно, да, она как бы от них отскакивает. Поэтому, чтобы в полной мере ощутить, все с себя снимаем. Вы можете поставить рядом с собой воду, свои крема, косметические средства, для того, чтобы мы их зарядили световой косметологией. Энергия без запроса не работает, поэтому все, кто хотят принять сеанс, ставьте в чат 8. Сеанс будет длиться 10 минут. Во время сеанса я ничего не говорю, будет звучать музыка, но она не играет никакой роли. Музыка только для вашего расслабления. Поэтому, если у вас перестанет звучать музыка, оставайтесь в сеансе, можно принимать в тишине. Если вы 8 не ставите, соответственно, энергия с вами не работает, и даже если у вас будут какие-то ощущения, вы просто чувствуете энергию группы, не более того, процесс омоложения не будет. Значит, что еще? Хорошо выразить намерение, это даст усиление, потому что где внимание, там энергия. Как выражать намерение? Я вам предлагаю выбрать одну зону на вашем прекрасном личике, с которой вы хотите поработать, и именно туда направить свое внимание и, соответственно, энергию. Намерение мы выражаем в настоящем времени, в положительном ключе, без использования частицы «не». Например, овал лица подтягивается или кожа вокруг глаз разглаживается. Не употребляйте слово «морщинки», дабы не давать туда энергию, потому что мы все-таки хотим от них избавиться, освободиться. Да? Или кожа на лбу разглаживается, кожа на лбу подтягивается. То есть выбираете зону, выражаете намерение, закрываете глаза, расслабляетесь. Руки, ноги не перекрещены, это важно. Можете сесть, можете лечь, можете уйти от экрана монитора, расположиться так, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли расслабиться, потому что в расслабленном состоянии энергии легче с вами работать. Вижу ваши 8, замечательно. Еще хочу одну вещь такую сказать. Значит, постарайтесь быть в состоянии принятия, да, в состоянии доверия. И разрешите энергии поработать с каждой вашей клеточкой. Позвольте ей это сделать. И тогда все пройдет наилучшим образом. Я вижу, что все готовы. Вижу ваши 8. Поэтому я включаю музыку. Сейчас я включу музыку.
И мы с вами уходим в сеанс. Да, значит, камеру я отключу. Глаза у вас должны быть закрыты. И я на внешнее омоложение.
закончим, возвращаемся. Музыку звучит еще. Надежда, выключите тогда музыку. Если она у нас звучит. Место только у меня может быть. Так, мои дорогие, сеанс наш закончен. Пожалуйста, дайте обратную связь, как у вас все прошло. Чувствовали вы энергию, не чувствовали вы энергию? Какие у вас были ощущения? Это будет вашим энергообменом за то, что энергия с вами поработала. Это как бы обязательное соблюдение. Поэтому жду от вас обратную связь. Как прошло? Какие были ощущения? Были ли ощущения в той области, на которую вы высказывали намерение? Может быть, были ощущения в каких-то других местах, да? Жарко. Так, замечательно. Что еще? У кого как? Энергия на самом деле очень мощная, очень сильная, но в то же время мягкая. И я часто сравниваю ее с руками мамы. Она такая же мягкая и нежная, да, но очень-очень сильная. И дает потрясающие результаты. Спокойствие. Здорово, хорошо. Так, как у других? Я пока вам напомню, что курс у нас стартует 2 апреля в группе. Индивидуально мы начнем, когда вам будет удобно. Умиротворение подтягивает кожу лица. Здорово, Елена, благодарю. Легкое онемение, Ирина, супер, отлично. Так, как у других. Начинаем мы в группе 2 апреля. Будет 5 посвящений, 5 энергий. И работа с каждой энергией. Нарабатываем практику, отрабатываем методику. Если вы оплачиваете в течение 24 часов, вы получаете в подарок настрой на омоложение. Если вы оплачиваете в течение вебинара, то вы еще получаете еще один подарок. Это программа работы с сознанием на омоложение. И до начала курса, если вы идете в группу, да, вы уже начнете получать свои, ну, не то, что получать свои результаты, а настраивать себя, свое подсознание, сознание и тело на энергии омоложения. То есть это идет помощь в дополнение и как бы мягкое такое вхождение, скажем так. Энергия сильная, полное расслабление, нежность, расслабление, кайф. Здорово, Светлана, супер. Во благо Наталье и всем вам, друзья, во благо. Энергия действительно потрясающая. Я каждому из вас желаю получения своего результата. Легко, просто и приятно. Так, как сделала я и так, как это делают тысячи моих учеников. В ладошках давила сильно, не могла сразу поднять руки. Часто энергию чувствуют ладонями, потому что здесь у нас очень сильные, мощные энергетические каналы. Вот. Не зря же, да, руками лечат. Но когда человек просто лечит руками, он тратит свою личную энергетику, через руки дает свою энергию. Когда мы работаем с энергиями божественными из пространства, то наша личная энергия не тратит. Здесь мы просто канал, именно для этого и нужно посвящение, чтобы вас настроить на энергию, чтобы вы стали каналом и могли работать с другим, пропускать через себя для других, не тратя свою энергию. Причем вы еще и защищены потоком света. Благодарю, божественная энергия. Ощущала воздействие на подбородок, на верхней губе, еще пока у меня в ладошке. Здорово. Лоб вместо овала во все омолаживался, до сих пор все ощущает. Знаете, иногда энергия, да, работает таким образом, потому что нас сканируют на энергетическом уровне, ей виднее, чего начать. Но, тем не менее, через намерение все равно лучше работать, потому что мы даем понять энергии, что важно для нас в первую очередь. Иногда вот бывают такие отхождения, но энергия все равно учитывает наши пожелания. Чувствовалось тепло, благодарю. Друзья, я вас тоже всех
благодарю. Переходите по ссылочкам, оставляйте свои координаты, оплачивайте, присоединяйтесь к нам. Хоть начало 22 апреля, но группа уже на треть набрана. Я не набираю большие группы по 100 человек, потому что сложно работать, сложно дать обратную связь с каждым, а работаю я с каждым на энергетическом уровне. Вот, поэтому количество участников в группе ограничено. И у вас пока еще есть уникальная возможность присоединиться к нашей группе омоложения, стартующей 2 апреля, или идти в индивидуальное обучение, выбор за вами. Я буду рада с вами поработать. На сегодня это все. И я вас хочу поблагодарить за вашу активность, за вашу обратную связь, за ваши результаты. Приглашаю вас в курс. Хочу пожелать вам, конечно же, молодости, красоты, любви, здоровья и изобилия вам и вашим семьям. Всего доброго, мои дорогие, и до новых встреч. Здравствуйте, любимая, рада вас приветствовать. Здравствуйте, любимая, рада вас приветствовать. Здравствуйте, любимая, рада вас приветствовать. Получился двойной звук у меня. Я надеюсь, что теперь лучше слышно. Благодарю вас за то, что вы с нами были, за сеанс. Давайте поблагодарим Росею за прекрасный сеанс. И, конечно, проходите по ссылочке, потому что специально для вас создан курс, где вы сможете совместно обучаться. Также успевайте получить подарки. Те, кто оплачивает сегодня на вебинаре, получат еще один дополнительный бонус, кроме тех, кто оплачивает в течение 24 часов, вы получите настрой на омоложение. А те, кто успеет оплатить сегодня во время вебинара, получат еще дополнительный бонус от Росеи. Пройдя по ссылочке, вы можете увидеть, что именно входит в обучение. Внизу вводите ваши контактные данные, выбирайте для себя индивидуальное или в группе, как вы хотите, динамику группы, или чтобы с вами более индивидуально поработали. Да, Елена, тоже вас благодарим. Елена, Нина, видите, какие мы все. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам, делайте свои заказы. Сейчас есть возможность вписаться в этот курс со скидкой, получить бонусы, подарки. И к весне это очень-очень кстати. Кроме всего прочего, видите, вы получите, кроме внешнего омоложения, вы получите еще оздоровление. Тот, кому следует стройность, тот получит и стройность, что очень-очень важно и, конечно же, интересно. Поэтому пользуйтесь удивительным предложением, которое нам сегодня подарила Росея. Начало 2 апреля. И, конечно же, подарки самым быстрым и решительным, кому действительно надо, тот, кто готов действовать на пути своего оздоровления, омоложения. Вы получите еще дополнительный настрой на омоложение. А дополнительный бонус, по-моему, это специальная практика еще по работе с подсознанием. И если вы готовы без отеков, синяков, без восстановительного периода, без дорогостоящих операций омолаживаться естественным путем, то сделайте, конечно, шаг своей молодости, здоровья. Шанс есть в любом возрасте. Позвольте себе исполнить, неважно сколько вам лет, да, исполнить свою мечту, стать здоровыми, молодыми, не только внутри, но и снаружи. Полюбить себя, радоваться жизни. И, конечно, будьте счастливы и любимы. Меняйте свою жизнь легко, просто и приятно. Это очень важно для женщины, чтобы любая практика оказывалась приятной. Сегодня вы имели возможность пообщаться с энергиями и почувствовали, насколько это приятно. И если вы готовы совместить приятное с полезным, что же вы получите на курсе?
пошаговую, понятную систему проведения сеансов. Просто бери и делай. Все необходимые материалы и шпаргалки в одном месте, что очень удобно. Также ответы на все ваши вопросы лично от мастера. Отработанные методики. Доступное изложение материала. Будет понятно, даже если вы это делаете впервые. А также коллективные практики и медитации. Отработка метода на практике. Работа в парах. Сеансы в круге единомышленников. И, конечно же, ваши прекрасные результаты. Вы сегодня видели, да, прекрасные результаты. Если вы тоже готовы помолодеть на 5, 10, кто-то на 20 лет, легко и просто, и приятно подтянуть свое тело, поправить здоровье, чтобы проявилась в результате этого уверенность в себе, в своих силах. Также получить внимание, да, то есть энергию, комплименты. И, наконец, начнете по-настоящему наслаждаться своей жизнью, станете проводить сеансы себе и другим, очно и на расстоянии, сможете получить новую профессию, кстати, вы получаете сертификат, а также возможность дополнительного дохода, то есть все эти вложенные средства вы вернете себе сторицей, если только этого захотите. И это позволит вам изменить вашу жизнь в лучшую. Для многих это будет кардинальным изменением. Начало уже 2 апреля. До этого времени вы будете уже добавлены в скайп-чат, получите какие-то материалы и начнете уже действовать. И для тех, кто оплачивает в течение 24 часов, вы получите еще настрой на омоложение. Поэтому пользуйтесь удивительным, уникальным предложением. Сегодня действует скидка, сколько вы будете еще ждать, откладывать свое омоложение на потом, для того, чтобы к нам относились уважительно и с любовью, нам самим следует себя любить. Никогда не ждете идеальных моментов, так как их просто нет. Каждый день, это вот то, что нам дается сейчас, это самая лучшая возможность реализации для наших целей, желаний, на самом деле, то, что это то, о чем мы уже просили, проявляется таким образом. Нас собрали высшие силы, ангелы, архангелы, многие силы очень-очень постарались, чтобы мы сегодня здесь собрались. И вы получили эту информацию. Вопрос, воспринимаете ли вы этот бесценный дар, этот ресурс во благо себе? И сегодня вы можете начать движение к своей мечте прямо сейчас. Проходите по ссылочке, сегодня можете получить и курс назад, вступить в курс «Назад в молодость» индивидуально или в группе. Выбирайте, что вам больше по вкусу, больше внимания вам лично или групповая динамика. Выбирайте, что для вас более привлекательным является, и проходите по ссылочке. Пройдя по ссылочке внизу, под описанием вводите ваши контактные данные, ваше имя, e-mail, это адрес электронной почты, телефон в международном формате 78 для России, 380 для Украины и так далее, с кодом города, с кодом страны, Skype желательно для удобства общения, и нажимаете кнопочку «Оформить заказ», и уже далее на страничке можете выбрать «Яндекс.Деньги» и с карты любого банка оплатить, выбирайте оплату Яндекс.Деньги, там оплата картой, и дальше следуйте рекомендациям платежной системы. Также можно есть возможности оплаты без комиссии. Если что, обращайтесь, можете сейчас написать, есть карта приватбанка, есть еще другие возможности. Пишите, всегда есть возможность для того, чтобы оплата стала для вас тоже удобной. Индивидуальный или в группе можно обучаться, вы получаете плакат за якоренными тремя кристаллами, посвящение в профессию, пошаговую инструкцию по проведению двух видов сеансов, сессия ответы на вопросы, поддержка и обратная связь после окончания курса. Все материалы предоставляются для скачивания в электронном виде. Индивидуальное обучение с индивидуальными консультациями в скайпе проходит. Также медитация
сеанс омоложения в энергии световой косметологии, записанный индивидуально для вас, и аудиоурок в подарок. Это если вы идете заниматься индивидуально. Также вы на любом пакете получаете подарки к курсу. Это энергия вознесения 999, которая дает прекрасные результаты и по здоровью, сегодня о которых нам рассказывала Росея, а также лечебный диск и энергетические операции с доктором Каном в подарок. И по окончанию курса вам выдается сертификат. Обучение проводит световой косметолог, мастер рейки, энергопрактик, энерготерапевт, Росея, вот мастер, с которым вы сегодня имели возможность пообщаться. После обучения световой косметологии вы сможете проводить сеансы себе, своим знакомым, близким и другим людям, как очно, так и дистанционно. А в курс входит дополнительно, если вы на пакете индивидуальном, то 4 настройки. Настроенность и молодость, забота об избыточном жире, золотые нити Нефертити, луч богини Афродиты и божественный лифтинг для лица. После прохождения курса вы получите сертификат. В пакете групповом 3 настройки, какие именно, можете ознакомиться, пройдя по ссылочке. И, конечно, Росея делится с вами личным опытом, опытом своих клиентов, получивших уже результаты, своими наработками. И применяет системы и практики, которые прошла сама и которые дают прекрасные результаты. И сегодня вы можете приобрести эти продукты со скидками, поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочке, вводите ваши контактные данные внизу под описанием и пользуйтесь этой удивительной возможностью. Сегодня вы можете приобрести обучение в группе всего за 6000 рублей. Вместо 11 тысяч получить бонусы и подарки, а также индивидуально вместо 20 тысяч рублей. Здесь, наверное, описка, да, на это не хватает. И вот настройки, да, которые вы получаете дополнительно, это забота об избыточном жире, всеобъемлющая энергетическая система, состоящая из нескольких функций, призванных помочь телу уменьшить жировые излишки, предназначена для выведения из организма любых токсинов, которые выделяют клетки по мере уменьшения отложений жира. Функция заботы об избыточном жире. Метаболайзер Шакти помогает телу уменьшить избыточный жир в организме в ходе естественного процесса обмена веществ. Поток клеточной памяти предназначен для того, чтобы энергетически смыть старые эмоции по мере того, как метаболизируется избыток жира в организме. И шакти для вывода токсинов выводит из тела токсины, которые, возможно, хранятся в этом самом жире. А также золотые нити Нефертити. Влияние золотых нитей Нефертити – это корректируется контур лица, восстанавливается четкость овала, разглаживаются микроморщины, повышается упругость, происходит естественное увлажнение кожи, активизируется дренажная функция кожи, за счет чего уменьшается отечность лица, что способствует синтезу коллагена, эластина, что в каком-то возрасте, да, прекращается, поэтому и способствует росту новых клеток. Золотые нити подтягивают и разглаживают кожу в местах растяжек, бедра, груди, на животе. И при длительной практике золотые нити также помогают при борьбе с целлюлитом. Если вам интересно это предложение, проходите, пожалуйста, по ссылочке. А третья настройка – это божественный лифтинг тела и лица. Подтягивает, укрепляет, регенерирует ткани для гармоничного юного лица и тела. Морщины уменьшаются и постепенно исчезают. Жировые запасы в подкожной клетчатке снижаются до здорового уровня. Внутренняя красота выходит наружу и становится видимой. Удаляются неблагоприятные энергетические барьеры, мешающие или замедляющие функции баланса и регенерации кожи. А также эта техника поможет вам уменьшить целлюлит, удалить лишнюю воду и жир, гармонизировать кислотно-щелочной баланс вашей кожи, сократить поры кожи лица, оптимизировать и гармонизировать контуры тела, уменьшить и растворить дефекты в теле.
удалить морщины, уменьшить рубцы, смягчить шрамы, удалить избыток жира в брюшной полости, подтянуть веки, повысить общую эластичность ткани, а также устранить дефекты кожи и многое другое. Поэтому пользуйтесь этой уникальной возможностью, проходите по ссылочке. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Сегодня действует огромная скидка. Для индивидуального обучения 10 тысяч рублей скидка. И вы можете приобрести вместо 20 тысяч за 10 тысяч рублей. И также для обучения в группе тоже вместо 11 за 6 тысяч вы можете приобрести. Плюс получаете бонусы и все возможные подарки. Особенно при оплате сейчас, во время вебинара, пока я говорю, или в течение 23 часов у вас тоже есть бонус. Вы получаете, кроме всего прочего, пошаговую понятную систему для проведения сеанса. Просто бери и делай. Все необходимые материалы, шпаргалки в одном месте у вас. Ответы на все ваши вопросы лично от мастера. Отработанные методики уже многолетней практикой, доступное изложение материала, вам будет понятно, даже если вы делаете это впервые. А также коллективные практики, медитации, отработка метода на практике, работа в парах, сеансы, в круге единомышленников. Все это для вас, это очень эффективно, потому что когда мы одни занимаемся, да, то очень легко слиться, забыть, заняться чем-то другим, а во всем важно ежедневное уделение внимания, практики. Здесь можно, кстати, не ежедневно, да, через день проводить сеанс. Три раза в неделю, по-моему, по 20 минут. Но, тем не менее, тоже стоит уделить время. И в группе, вы видите, какие результаты есть у ваших одногруппников, конечно, будете тоже сами более вдохновлены в работе с энергиями. Потому что каналы некоторых энергий нам не нарабатывать. И в чем и вам больших прекрасных результатов. И в результате вы сможете помолодеть на 5, 10, 20 лет. Легко, просто, приятно. Без как бы отеков, синяков, восстановительного периода, дорогостоящих операций, скальпеля. Вы сделаете это просто, легко, играючи. Подтяните свое тело, поправите здоровье, появится уверенность в себе, в своих силах, внимание, комплименты. И, наконец, начнете наслаждаться своей жизнью, своим телом. Получите, будете проводить сеансы себе и другим очно и на расстоянии. А также получите новую профессию и возможность дополнительного дохода. Также получите сертификаты, измените свою жизнь в лучшую сторону. Многие уже кардинально изменили. Начало 2 апреля. Но для того, чтобы успеть вписаться в группу, получить все необходимые подарки, бонусы самым быстрым и решительным, действовать следует прямо сейчас, потому что потом это никогда. И только те, кто оплачивает в течение 24 часов, получат настрой на омоложение в подарок. А те, кто оплатит, успеет оплатить сегодня на вебинаре, также получат еще дополнительные бонусы, работа с подсознанием. Если вам это интересно, важно, то проходите, пожалуйста, по ссылочке, делайте ваши заказы. Если вопросы остались, задавайте. Вот еще раз показываю настройки, которые входят в курс. Это забота об избыточном жире. Пройдя по ссылочке, вы можете посмотреть, что именно входит в курс. Это всеобъемлющая энергетическая система, состоящая из нескольких функций, призванных помочь телу уменьшить жировые излишки. Предназначена для выведения из организма любых токсинов, которые клетки выделяют по мере уменьшения отложений. Функции заботы об избыточном жире, метаболайзер шакти, помогает телу уменьшить избыточный жир в организме в ходе естественного процесса обмена веществ. А также поток клеточной памяти предназначен для того, чтобы энергетически смыть старые эмоции по мере того, как метаболизируется избыток жира в организме. Шакти для вывода токсинов,
выводит из тела токсины, которые, возможно, хранятся в жире. Невозможно, а точно там хранятся. Золотые нити Нефертити. Влияние золотых нитей Нефертити. Корректируется контур лица, восстанавливается четкость овала. Многие сегодня даже на нашем сеансе смогли это прочувствовать. Разглаживаются микроморщины, повышается упругость, происходит естественное увлажнение кожи, активизируется дренажная функция кожи, за счет чего уменьшается отечность лица, способствует синтезу коллагена, эластина, что с возрастом уже приостанавливается, а также росту новых клеток. Золотые нити подтягивают и разглаживают кожу в местах растяжек, на бедрах, груди, животе. А при длительной практике золотые нити даже помогают при борьбе с целлюлитом. И еще одна настройка, которая дается в дополнение к курсу, это божественный лифтинг тела и лица, подтягивает и укрепляет, регенерирует ткани для гармоничного юного лица и тела, морщины уменьшаются и постепенно исчезают. Жировые запасы подкожной клетчатки снижаются до здорового уровня. Внутренняя красота выходит наружу и становится видимой окружающим. И вам самим, да? Удаляются неблагоприятные энергетические барьеры, уменьшающие или заменяющие функции баланса и регенерации кожи. Техника поможет вам божественного лифтинга лица и тела, уменьшить целлюлит, удалить лишнюю воду и жир, гармонизировать кислотно-щелочной баланс кожи, сократить поры кожи лица, оптимизировать и гармонизировать контуры тела, уменьшить и растворить дефекты в теле, удалить морщины, уменьшить рубцы, смягчить шрамы, удалить избыток жира в брюшной полости, подтянуть веки, повысить общую эластичность ткани, а также устранить дефекты кожи и многое-многое. Вот такие чудесные настройки вам будут даны на курсе. И напоминаю, что сегодня действует скидка. Вы можете получить индивидуальное обучение со скидкой 10 тысяч рублей, а групповое тоже вместо 11 тысяч рублей за 6 тысяч рублей. И на курсе вы получите пошаговую понятную схему проведения сеансов. Просто бери и делай все необходимые материалы и шпаргалки в одном месте, ответы на все ваши вопросы лично от мастера, отработанные методики, доступное изложение материала. Будет понятно, даже если вы это впервые делаете. А также коллективные практики и медитации, отработка метода на практике, работа в парах, сеансы, в круге единомышленников. И в результате, конечно, вы молодеете на 5, 10, 20 лет легко, просто, понятно, без отеков, синяков, шрамов, восстановительного периода и дорогостоящих операций, скальпеля. Просто потянете свое лицо естественными методами, свое тело, поправите здоровье, появится уверенность в себе, в своих силах. Также обратно вернется мужское внимание, комплименты и, наконец, начнете наслаждаться своей жизнью. Станете проводить сеансы себе, другим, очно и на расстоянии. Получите новую профессию и возможность дополнительного дохода. Также сертификат получите. Ну, благодаря чему всему этому, всем этим, конечно, жизнь ваша изменится в легкую, в прекрасную сторону, легко, приятно, возможно, кардинально. Начало 2 апреля уже. Количество мест в группе ограничено, поэтому если вы хотите успеть записаться и этой весной уже стать моложе, красивее и начать оздоравливаться, то проходите по ссылочке и пользуйтесь этой уникальной возможностью. И, конечно же, подарки самым быстрым и решительным и тем, кто действует быстро и решительно. Тем, кто оплачивает в течение 24 часов, получают настрой на омоложение. Те, кто оплачивают, успевают оплатить во время вебинара нашего сегодняшнего, получают еще технологию работы с подсознанием. Чтобы подсознание работало на вас, а не против, да? Если вам это интересно, заручиться поддержкой своего подсознания и грамотно взаимодействовать, то проходите по ссылочке и
принимайте для себя такую прекрасную возможность. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я обязательно на них отвечу. Проходите по ссылочке, вводите внизу ваши контактные данные. Пользуйтесь удивительной возможностью. Если нужен какой-то способ оплаты, пишите. Вам предоставлю его. Внизу вводите ваше имя, e-mail, это адрес электронной почты, телефон в международном формате 78 для России, 380 для Украины и так далее, с кодом страны, с кодом города. Нажимаете голубую кнопочку «Оформить заказ» или зелененькую. И переходите, уже окажетесь на странице, где вы можете уже с карты любого банка оплатить на Яндекс.Деньги. Выбираете оплату Яндекс.Деньги. Дальше оплатить картой и дальше следуйте рекомендациям платежной системы. Также мы можем вам дать другие возможности для оплаты. Пишите, пишите, обязательно вам предоставим. Если какие-то вопросы остались, задавайте. Так, хочу вам напомнить, что завтра тоже мы подготовили для вас интересное выступление. Сейчас вам скажу. И, конечно, проходите по ссылочкам, пользуйтесь этой ускользающей возможностью, получайте бонусы. Завтра мы встречаемся с Ольгой Хэппи Турьевой в 19:30 и в 21:00 Ольга Комарова. Мы будем говорить про костную систему, про зубы, про ногти. С точки зрения метафизической будет очень интересно. Приходите. Если остались вопросы, задавайте. Я чуть позже дам вам свои контакты. А так, по традиции, вам желаю самого прекрасного вечера, утра, дня, в зависимости от того, какое сейчас у вас время суток. И всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Завтра встречаемся в 19:30 по московскому времени.